Доброе утро, дорогие любители дачи, сада и огорода. Мы в гостях у Эльмиры из поселка Северный. Доброе утро. Эльмира нам покажет и расскажет про свой сказочный палисадник и проведет экскурсию. Доброе утро. Все началось с того, что я предложила папе сделать что-то, например, колодец и мельница. Все началось с этого. Начали мы где-то около 3 лет назад. И каждый год мы обновляли вот эти все игрушки нашего детства. Нас трое детей в семье, и поэтому мы решили эти игрушки, чтобы они не просто так не пропадали, и поэтому мы их решили поставить сюда. То есть подарить, так сказать, вторую жизнь. Да. А вот колесо, я вижу, у вас эксклюзивное. Да. Мы привезли специально из деревни. Мы когда бываем в деревне, мы всегда ищем что-то такое, что можно было бы сюда новое поставить. Даже коромысло. Почти антиквариат, я скажу. Да. Это мои сапоги, которые я была в детстве маленькой. Решили мы их сюда, они таких хороших состояний, мы их решили тоже туда посадить цветы. У племянников мы взяли бинокль, фотоаппарат тоже. Шляпу ему надели. Получился такой морской стиль, потому что матроскин кот сидит на лодке, и на которой растут цветы. А вот центр нашей композиции. Это наша гречащая капа и внучка рядом с ней. Вот она здесь дальше вяжет. Лицо мы сделали, маску надели на нее, разукрасили ее, надели на нее головной убор, который остался от моей бабушки, и платок. Даже бывали случаи, когда одна женщина проходила, даже поздоровалась с ней по ошибке. А в следующий раз я вам покажу, как наши поделки встречают гостей у нашего крыльца.